В результате наводнений, вызванных тропическим штормом Эта, в американском штате Северная Каролина погибли по меньшей мере 7 человек. Затоплены дома и предприятия, размыты дороги, повреждены мосты, спасены десятки людей. Серьезно от паводка пострадал кемпинг в округе Александр, где были найдены тела трех жертв. Два человека числятся пропавшими без вести. Еще 30 человек, оказавшиеся в ловушке из-за разлива реки, удалось спасти. Три человека были госпитализированы. По данным Национальной метеорологической службы, в этом районе выпало более 170 мм осадков. Еще один человек погиб в округе во время шторма, когда автомобиль съехал с дороги в паводок воеводы. Всего в округе Александр было повреждено 50 дорог и смыто 4 моста. В Шарлотте наводнение вынудило эвакуировать школу. Спасено более 140 человек. Сообщений о травмах не поступало. Автомобили на школьной стоянке были погружены в воду до самых окон. По всему округу Мекленбург были спасены не менее 35 человек. В округе Айрдел были размыты несколько дорог и мостов. Из затопленного дома пришлось спасать троих человек. В округе Катоба объявлено чрезвычайное положение из-за сильного дождя, вызвавшего наводнение, отключение электричества, перекрытие дорог и опасные условия. Десятки школ перенесли занятия или перешли на обучение онлайн из-за наводнений. Сообщается о многочисленных авариях на дорогах. По данным PowerTech, по всему штату более 16,5 тысяч домов и предприятий остались без электричества.